В алматинских спортивных магазинах огромный спрос на коньки. Горожане покупают этот инвентарь чаще, чем лыжи и сноуборд вместе взятые. Всегда у всех есть возможность приехать, провести с удовольствием время, также провести выходные, пока они еще не сильно холодные, провести их в горах, на природе, взять те же самые коньки. Сейчас на них реально идет бум, потому что летний сезон у нас уже закончился, а на велосипедах сейчас катается уже мало кто, а зимний сезон еще пока не вошел в свои права. Поэтому сейчас бум происходит именно на коньки. Это продажа, прокат. Причина такой популярности коньков в доступности этого вида спорта как любителям, так и профессионалам. Кроме массовых катаний, на алматинских катках проводят и тренировки. С мамой и с папой иногда, только когда дедушка у меня задерживается. Или на самолетах, а то у меня он летчик. Мой совет молодежи: лучше приходите на каток, катайтесь. Для здоровья полезно. И, допустим, мы с ребятами здесь катаемся, потому что в центре города удобно, никуда далеко ездить не надо. И на Медею также катаемся, потому что там свежий воздух, чище, и там тоже классно. В основном здесь катаемся вообще-то. Но этот спорт тоже полезный для здоровья. И приглашаем других, чтобы кататься с нами. Всего в мегаполисе 9 ледовых катков, если не считать самодельных, которые алматинцы самостоятельно заливают во дворах. Но главной и самой любимой ледовой ареной для алматинцев по-прежнему остается Медео. За последние 3 года каток полностью обновился. Там установили мультимедийный монитор, обновили трибуны и заменили поле. Почти все системы были обновлены по последним мировым стандартам. И поле полностью заменено было. Поставили дополнительные компрессорные машины для охлаждения. Это нам позволяет работать 6 месяцев в году. Уже почти 2 месяца каток Медео работает с 10 до 16 часов, а потом с 18 до 23. Кроме того, действует в мегаполисе экспресс-маршрут с нижней части города, запущенный в прошлом году. Тем, что горожане оценили созданный для них комфорт, администрация катка объясняет и новый рекорд, который там установили сами алматинцы. В эти выходные на Медео собрались свыше 4000 человек. Юлия Искечель, Фараби Гусенцов, телеканал Алматы.